очень интересный. Вот, через неделю коробки мелкие, зараза, какие-то твердые получились. Почему они такие? Ну, конечно, съесть их было трудно, все равно. Как мы их ели, мы жрали, жрали, жрали. Я говорю, жрите мне, косточки нужны, ешьте мне, косточки нужны. Уже никто видеть их не мог. Первый раз в жизни, живя в Сибири, мы наелись черешни до тошноты всей семьей. Вот, теперь лежат косточки. Ну, берут, я не жалуюсь, понемножечку разбирают. Вот. Теперь дальше. Ну, давайте смотреть, что еще на столе есть. Ну, абрикос Амуром такой есть, про него специально говорить не буду. Он округлился, он потерял нос. Вот. Самое главное качество, разламываешь, а он внутри твердый и сухая косточка. Это пока сохранилось. Ну, конечно, где-то на грани исчезновения. А чем он хорош, когда твердый? То есть созревает, оставаясь твердым. Транспортабельность, это очень важно. Я его, вот Елене Савиньевичу, я его Амур-то и высылал в Красноярск, с таксистами передавал коробки. Именно его. Абрикос королевский, ну, стыдно говорить, в этом году никогда таким мелким не был. Он красоту сохранил, вкус, ну, два раза меньше. А вот она химера. А химера – это железо и латинков. Латинков и железо. Благодаря этим химерам, как нас это штамп? Трибуна? Съезд садоводов. Не только Россия, международный съезд садоводов. И крупнейший ученый, значит, припечатал нас. А железо и латинков – это шаманы. И вот перед вами шаманы. Почему? Химера не имеет права жить. Дереву 6 лет. Ветка вылезла до границы. Я показал, кино снимал. Я стоял возле дерева, опускался на колени. Я его только не облизывал. Я вам показывал, где ветка растет. На границе прививки. Абсолютно непонятно, выше или ниже. Где-то прямо на границе. Вот там граница как-то исчезла. И вот получились плоды крупнее этого самого мажорца. Сейчас я приближу. Вот так, например. Крупнее манжурца, так, и мельче фаины. И вот думаю, как мне ее представить? Плоды, да, плоды у меня есть. Они в два раза меньше фаины, но они такие же вкусные. Но главное, ну как объяснить людям, как объяснить тем, это правда химера, правда. Но я с ее черенки продаю, что, зря что ли? Она химера по происхождению, но если 6 лет прожила и дала обильный урожай, значит, это уже не химера. Химера по происхождению. Понимаете? Вот. Еще не поняли. Объясняю. В нее заложены культурные качества, но не полностью. И морозостойкость манжурца. Вот в каком виде она пойдет еще севернее. Еще севернее пойдет. Вот сегодня все, вот подтвердите, кто-то из вас, я сказал, будет вебинар, я приведу этот пример. Звонок в Забайкале, там золото роют, в горах, короче, холодинах. И человек говорит, я хочу, но я боюсь, я сомневаюсь. Понимаете? Вот. А, не забыл, Бурятия, он сказал, Бурятия. Вот. Я вначале с Башкирии спутал, потом говорю, ой-ой. Бурятия, дальше этого, господи, за Байкалом. И еще, я хотел бы пример посмеяться. Когда звонят оттуда, да, вот, я говорю, из Бурятии, быстро переходим на ты, ля-ля-ля. Я говорю, а ты знаешь, как по-бурятски мороз? Нет, не знаю. Я говорю, по-бурятски мороз холодно, блядь. Вот. И вот получилось... Там, где холодно, вот там-то и должны вот эти вот жить. Вот эти химеры. И это уже химера, я подчеркнуто, в телевидение приехал, я хотел подробно рассказать. Химера – это по происхождению, да. Это то место, где получился коктейль из подвойных генов и прибойных. Сейчас можно все валить на этого, на Никитина, молодого ученого. Кто бы со мной согласился. Ну, в общем, поняли, да?
Вот этот момент я хотел отразить. Почему? Ну, смотрим дальше. И вот тогда, когда я вот это вот вспомнил Юрия Алексеевича Лоценкова «Царство небесное», я вспомнил, знаешь что? Я вспомнил мультфильм про Простоквашино. Там, где этот самый Шарик говорит: «Эх, видел бы меня дядя Федор». И я вот так же точно за ним повторяю: «Эх, увидел бы меня дядя Юрий Алексеевич Лоценков». Вот с этими химерами. Еще почему я его вспоминаю? Потому что несколько дней оставалось, и мы должны были создать очередной, но краеугольный телемост. И он должен был рассказать, он, который выписал у меня Королевский, Серафим, Бай, еще несколько сортов, вырастил деревья мощно, красиво, вот с такими же плодами еще лучше. Вот. И сказал: «Константинович, я должен рассказать, как их сохранить». Я говорю: «Их сохранить невозможно. Меня не переубедить». Я говорю: «Ну хорошо, переубеждать. Вдруг когда-нибудь ученые откликнутся, потому что то, что происходит на уровне генетики, на уровне ДНК, сохранить невозможно». И что вы думаете? Умер несколько дней, не успели, пока он тяжело заболел. И сейчас бы мы уже, было бы так: Никитин, Лотенков, Никитин, Лотенков, Никитин, Лотенков. Я бы постоял в стороночке. Вот. Просто бы. Почему? Потому что Никитин прав, Лотенков прав. Вот. А истина, ну, пусть останется это, как сказать, пока еще повисит в воздухе. Понадобится нашим академикам? Не, им не понадобится. Понадобится нам слава нужна, нам и слава нужна. Потому что мы что, в самом деле такие тупые? Или как говорить, тупорылые? Что вот это не можем вырастить? Да уже бы захотели, если бы было бы желание, это в каждом саду было бы. Вся Южная Сибирь, Дальний Восток, Урал, у Латинкова пример. Вот. Вся средняя полоса России, север России, ну, юг так сяк, там свои проблемы. Вот. Миллионы бы деревьев бы плодоносили. Ну, чего же не даете-то, а? Железов, Латинков, шаманы. Чего только не было уже, кем мы только не были.